Мы можем думать, что мы какая-то отдельная самостоятельная личность, которая, там сказать, имеет свои собственные представления о прекрасном. Но мы на самом деле являемся теми отношениями, в которых мы состоим. Ну, возьмите существенные вещи. Возьмите родителей, например. Родители умирают. Вы меняетесь? Возьмите детей. У вас появляются дети. Вы меняетесь? Появляется у вас вторая половина. Вы меняетесь? Поступаете вы куда-то на работу. Вы меняетесь? Мы постоянно меняемся в зависимости от того, в каких социальных отношениях мы состоим.